Доброго времени суток, дорогие друзья, и в этом видеоролике мы вам покажем, как изменить размер шрифта на телефоне LG K62+. Для того, чтобы это сделать, нам нужно перейти в настройки данного телефона. Дальше находим дисплей, пролистываем немного вниз, здесь есть шрифт. И здесь мы можем настроить размер данного шрифта, например, он будет вот таким вот очень маленьким или очень большим, или можете поставить где-то посерединке по стандарту, это полностью на ваш вкус. Также мы можем здесь включить жирный шрифт или выключить его и включить тип шрифта, то есть изменить шрифт нашего телефона. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик, надеемся, что смогли вам помочь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!